Как давно вы знакомы с компанией DataArt, Воронеж? С компанией DataArt я как знаком чуть не с пеленок. Как поступил в университет, так сразу услышал о том, что у нас есть такой замечательный работодатель. О чем сегодня рассказывали на конференции? Мой доклад был посвящен тестированию в мобильных приложениях, почему это должен делать разработчик, как это поможет ему в будущем и как это повысит качество разрабатываемых приложений для бизнеса и заказчиков. Насколько активна была сегодня аудитория? Аудитория была хорошая, студенты, многие начинающие разработчики, но были и профессионалы, которые тоже задавали вопросы по делу, это бы очень радовало. Как вы считаете, какая практическая ценность подобной конференции, какая ценность? Ценность очень высокая. Обожаю, когда собираются люди, которые заинтересованы какой-то темой, слушают это очень заинтересованно. Конечно, было бы замечательно, если бы у нас было разделение, когда на одну секцию приходят те, кто интересуется мобильными технологиями, а на другую те, кто занимается веб-технологией. Я надеюсь, что с развитием конференции в следующих годах мы будем собирать больше аудитории, и это позволит осуществить разделение по секциям. Напоследок хотелось бы услышать твои практические советы для тех, кто уже имеет достаточно материала, которым может поделиться, но еще боится выступать как докладчик, поскольку ты достаточно опытно сегодня владел аудиторией, и было такое зажигательное выступление. Спасибо. Мое мнение по поводу выступления на сцене, не бойтесь, если вы обладаете действительно хорошими знаниями, экспертизой, вам хочется рассказать это людям, вы не против рассказать, вам не хочется это скрыть ото всех, то обязательно пробуйте, выступайте, и чем больше вы будете перебарывать себя и выходить на сцену, тем вам будет даваться это легче в будущем. И пожелание начинающим разработчикам, на что обращать внимание, куда движется мир IT и где можно оказаться уже год через два, через три? Во-первых, да, вы самые счастливые люди, у вас нет проблем с трудоустройством, нет проблем с заработной платой, большой рынок труда открыт для вас, изучайте, слушайте подкасты профессиональных разработчиков, читайте статьи, ходите на конференции и старайтесь все время общаться с более профессиональными, чем вы, и перенимать их опыт.